Вода является одним из наиболее действенных средств, способных успокоить ребенка и помочь ему сосредоточиться. Сегодня мы расскажем об одном интересном эксперименте, связанном с переливанием воды, а также изучением основных и дополнительных цветов. Нам понадобится 6 прозрачных емкостей и гуашевые или акварельные краски. Подкрашиваем воду в 3 основных цвета – красный, желтый и синий. Затем смешиваем их по очереди и получаем дополнительные цвета – оранжевый, зеленый и фиолетовый. И таким образом получаем радугу. Знаете, как запомнить очередность цветов в радуге? Нужно выучить фразу: каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Первая буква в каждом слове этого предложения такая же, как и у соответствующего в очереди цвета.